наш мозг будет производить психическую энергию. Эта психическая энергия будет заставлять нас бояться. Мы будем стремиться к деньгам, благосостоянию и красивой жизни для того, чтобы справиться с этой тревогой. И это замкнутый круг, который никогда не приведет к позитивному результату. Как из этого замкнутого круга выкрутиться? Нужно прежде всего потратить психическую энергию. Потому что если вы тратите психическую энергию на переживания, на страхи, там, на невротические страхи, на всякие разные эти внутренние терзания, умственную жвачку там, и так далее, толку от этого мало. Если вы найдете дело, которым вы заняты, и на него будете тратить свою психическую энергию, то эффективность вашего дела будет идеальной. И оно принесет вам деньги.